В семьях Девильер и Монтроуз веками передается ген путешественников во времени. Но недавно выяснилось, что я, Гвендолин Шефферд, тоже унаследовала этот ген. Что вы хотите найти? Ответы на тысячи вопросов. Гидеон путешествует во времени вместе со мной. Всезнайка, знаток боевых искусств, сердцеед, умник, заносчивый упрямец. И он так сексуален. Зачем вы украли хронограф? Почему сбежали? Чтобы защитить вас. Защитить от чего? Может, хватит уже слюнями обмениваться? Исчезни! Исчезни? Ты это мне? Ложа — это моя семья. Они знают меня, как никто другой. Мы элита, Гидеон. Разве ты забыл, кто ты? Ты должна больше нам доверять. Предоставь думать нам. Мы будем вас направлять. Ты знаешь, что случится, когда замкнется круг крови? Эй, подружка, путешественница во времени! Так трудно понять, кому здесь можно доверять. Ты можешь доверять мне. Готов? Готов, если ты готова. Нет ничего, что могло бы нас остановить. Гвендолин, за это стоит бороться. И умереть? Не верь ему, это ловушка! Аспект подстроила мне западню. Я бы никогда так не поступила. Гидеон на моей стороне. Да неужели? Ты должна понять, кому стоит доверять, а кому нет. «Таймлесс 2. Сапфировая книга». Смотрите с 25 сентября. И самое ужасное, что как только я вижу тебя, мне хочется тебя поцеловать. Да. Да, действительно ужасно.